Первый многофункциональный центр был зарегистрирован в Ульяновске еще в 2009 году. За свою историю организация сильно расширилась. Сейчас на территории области работает 28 МФЦ. Общее количество окон приема заявителей – 347, в том числе удаленных рабочих мест – 98. Работа, безусловно, интересная, она и важная, так как к нам приходит очень много жителей со своими проблемами, и мы помогаем их решить. За прошлый год было оказано практически полтора миллиона услуг. Сеть Ульяновской области вошла в группу высокой эффективной деятельности по стране. Высокие позиции в федеральном рейтинге, итог слаженной и плодотворной работы более 600 работников многофункциональных центрах и других структурных подразделений правительства для граждан, обеспечивающих деятельность МФЦ. Поздравить их с профессиональным праздником приехал глава региона. Вы настоящие профессионалы своего дела, чуткие и внимательные. Находите подход к каждому посетителю на неизменно высоком уровне, помогаете им получать все необходимые услуги. Ваша работа – это не просто выполнение стандартных процедур, это забота о людях и их благополучии. Также состоялось торжественное награждение лучших работников многофункциональных центров. Отметили тех, кто работает с посетителями напрямую, и тех, кто обучает сотрудников. Наш департамент занимается поиском сотрудников для того, чтобы в МФЦ не было нехватки кадров. Соответственно, чтобы гражданам было легко и удобно приходить в МФЦ и без проблем получать услуги. Кроме того, с 2021 года работают цифровые МФЦ, где посетители получают все услуги в электронной форме и учатся работать с цифровыми платформами. В Ульяновске они находятся по адресам Гончарова, 11 и проспект Созидателей, 17А. Юлия Руднева, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.